Здравствуйте, уважаемые друзья. Значит, есть у меня такая пила Хосварна, и у нее имеются вечные проблемы стартера. Это пружина обратного пуска. Ее постоянно гнет, ломает. В общем, в том сезоне я, наверное, за сезон раз 5 покупал эту пружину, чтобы поменять. У нас же не было видео в интернете, как исправить ситуацию. И я решил вам показать. Я купил вот такой вот стартер от партнера 352-го. Снял храповик и элементарно поставил сюда. Все. Где нету грязи? Вот и вся проблема с данной пружиной. Чуть-чуть заводится сложнее, и все.